Искренне рад вас всех видеть, приветствовать, видеть, что ваши... Слышно меня хорошо? Видеть, что ваши большие дружные семьи из разных регионов нашей страны сейчас все вместе находятся в Москве, где, как мы и договаривались с вами 1 июня, в Международный день защиты детей, специально для вас организованы увлекательные, надеюсь, увлекательные, насыщенные программы. К сожалению, меня в Москве сегодня нет. Я в Петербурге, где у нас большая работа с нашими коллегами из африканских стран. Ну, работа есть работа, так что уж меня извините, что встреча нашей так и не состоялась. Но я, тем не менее, очень рад, что вы в Москве, и хочу сказать, что такие семьи, как ваши, безусловно, составляют гордость нашей страны. Вы воспитываете детей в атмосфере любви, заботы, взаимного уважения и взаимной поддержки. И что очень важно, подаете замечательный пример другим людям. Глядя на вас, все понимают, насколько значимо и ценно в жизни родительское и семейное счастье. Что нет ничего лучше, ничего более ценного, чем семья, где растет много детей. И будем надеяться, таких семей, олицетворяющих настоящие, истинные, а не искусственные ценности, у нас будет становиться все больше и больше. Конечно, большой семье порой непросто отправиться в какую-то поездку, чтобы дети могли увидеть, узнать родную страну, ее культуру, историю, традиции. Я повторю, очень рад, что удалось вам в этом помочь, приехать в Москву. Знаю, что вы уже успели многое посмотреть, посетили, как вот мне сказали, ВДНХ, Музей Победы на Поклонной горе, Московский цирк. Уверен, ребятишкам это очень интересно. Совершили прогулку на теплоходе по Москва-реке. А сегодня побывали на экскурсии в Кремле. Уверен, эта поездка оставит у вас хорошее впечатление, яркие, позитивные эмоции. Отдельно хочу обратиться сегодня к семье Беловых из Челябинска, где 18 июля появился на свет 8-й ребенок. Поздравляю с этим замечательным, прекрасным событием и маму Екатерину Евгеньевну. Она, насколько я понимаю, дома осталась с новорожденной дочкой. И тех членов семьи, кто сегодня в Москве. Поздравляю и Виктора Горелова, ему сегодня исполняется 19 лет, а также ребят, которые отметили свой день рождения буквально на днях, уже во время этой поездки. Знаю также, что в семьях Ильиных и Гореловых старшие сыновья как раз в эти дни принимают присягу в армии. И хочу пожелать им достойной службы. Надеюсь услышать от вас оценки того, что вы увидели в этой поездке, что вам больше всего понравилось. Прошу вас, пожалуйста.